Здравствуйте! Добро пожаловать на канал MyLaOpt. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор смеси воска для губной помады 10 грамм. В любой губной помаде присутствует воск. Он придает изделию нужную консистенцию и выполняет роль натурального увлажнителя, а также обеспечивает губам комплексный уход и защиту. Очень часто при изготовлении используют специальную смесь оптимально подобранных восков. Смесь восков для губной помады состоит из нескольких ингредиентов. Воска подсолнечника, канделийского воска, а также синтетического пчелиного воска. Такое средство идеально подходит как для профессионалов, так и для новичков. С ним очень легко работать, и оно экономно израсходуется. Каждый воск, который есть в составе смеси, выполняет свои функции. Пчелиный хорошо увлажняет и улучшает регенерацию. Он ускоряет заживление ранок и трещинок, которые часто образуются на губах. Кроме того, данный компонент обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Воск подсолнечника – это прекрасный скраб. Кроме того, он защищает губы от обветривания и пересыхания, так как создает защитную пленку и удерживает влагу. Канделийский воск усиливает блеск косметических средств, а также оказывает антисептическое воздействие. Смесь восков для губной помады придает косметике необходимую консистенцию. Полезные свойства таковы. Смесь восков является натуральным загустителем, поэтому благодаря ей косметические средства для губ приобретают нужную консистенцию. Данное средство хорошо увлажняет, защищает и оказывает противовоспалительный эффект. Смесь восков идеально сочетается с различными компонентами. Средство экономно израсходуется и подходит даже для новичков. Применения таковы: губные помады, скрабы для губ, карандаши, бальзамы. Вот такой баночки мы отправляем. Смесь восков для губной помады нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!